Привет, мои дорогие, с вами Оксана, и сегодня я предлагаю вашему вниманию распаковку посылки с Алиэкспресс. Тем, кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. Я надеюсь, что мои видео помогут вам в выборе одежды, в выборе каких-то товаров, аксессуаров, в общем, всего, что представлено на огромном сайте Алиэкспресс, и то, что мне присылают для обзора, я вам показываю, рассказываю, говорю, нравится мне это или не нравится, стоит это заказывать или нет. В общем-то, начнем обо всем поподробнее. Да, саму распаковку обязательно я оставлю, как это все пришло. В общем-то, я на самом деле не знаю, что мне приходит вот в данный момент. И, как говорится, для меня это тоже сюрприз. Я не знаю, что в этих посылках распечатываю с удовольствием. Кстати, очень люблю смотреть распаковки посылок других девчонок, других блогеров, кто получает вещи для обзоров. Первое, что хочу вам показать и рассказать, это платье. Вот платье мне, сразу скажу, понравилось очень. Выглядит оно вот так вот. Конечно же, это синтетика, трикотажная синтетика. Очень хорошо тянется. И фасончик такой интересный. Вот, несмотря на то, что это платье черного цвета, в общем-то, что может быть, как говорится, печальнее, но на самом деле очень оригинальный фасон этого платья. Летучая мышь с верхняя часть, вернее, выполнена в виде такой большой баски, валана большого. И второй слой, вернее, нижний слой, это обычное трикотажное платье. Так, пройма обработана, и по бокам вот на резинке вот такая вот кулиска. Она не вставленная, сама вот эта вот стежка, она прорезиненная, и, в общем-то, так эластично тянется. Платье мне понравилось, на самом деле очень эффектно выглядит. Кстати, вставлю и покажу, как оно на мне выглядит, и по поводу размера и состава я скажу вам. Платьице это у меня в размере M. Для тех девчонок, кто впервые смотрит мои видео, скажу свои параметры. У меня размер 42-44, это 90-60-95 низ у меня. И думаю, что вот это имеет такое размерные возможности очень большие. То есть вот 42-44 классно, я думаю, что будет 44-46-46-48. Кстати, вот на самой картинке на сайте Алиэкспресс это платье представлено на девушке очень турбулентной, крупной, такой пухлой. Кстати, может быть, картинку тоже где-то ставлю. Оно на ней тоже выглядит изумительно, вскрывает все недостатки, какие есть в фигуре. В общем-то, классное платье, можно носить это платьишко и вот, обычным воротничком, можно и спустить на плечики. В общем, сразу скажу, девчонки, платье мне это действительно понравилось, никаких нареканий по качеству нет, все аккуратно обработано, изнаночная сторона хорошо выполнена. Единственный момент негативный, конечно, это синтетика. Трикотажная синтетика, сейчас скажу по составу. Написано, что это 35 катон и 65 полиэстер, но у меня такое ощущение, что это 100% полиэстер. Так что, девчонки, присмотритесь, платье классное. Это платье хорошо подойдет и для какого-то торжественного мероприятия, и для каждодневной носки. В общем, классное платье, рекомендую, мне оно понравилось. Следующее, что хочу вам показать, да, кстати, мне пришло в этот раз и блузка, и купальник, и покажу я вам все это вперемешку, и, конечно же, скажу, что нравится, что не нравится. В общем, следующая вещь, которую я вам покажу, это купальник, он мне тоже очень понравился, был упакован вот в такой классный мешочек, но хотя прошел уже пляжный сезон, этот купальник, я думаю, хорошо подойдет и для посещения бассейна, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Сам купальник очень яркий, классный, тоже мне он очень понравился. Качество ничем не отличается от тех купальников, которые продаются в магазине. Расцветка классная, вообще мне он по размеру очень подошел. Конечно, в голом виде я там перед вами не буду представляться, но, в общем-то, думаю, что если где-то буду посещать бассейн или куда-то мы, может, поедем, я, конечно, покажусь в этом купальнике, носить его буду. Мне он очень понравился. Классная расцветочка. Фишка в том, что этот купальник может выполнять роль какого-то топика, потому что вот плечики вот здесь вот будут торчать. То есть вот это вот идет по плечам.
То есть вот так вот одевается этот купальник. Классный, вообще, выполнение купальника классное. Качество обычное, такая ткань для купальных костюмов. Внутренняя часть выполнена вот так вот. Вот так вот переверну. Так вот здесь чашечки небольшие. И по размеру, размер на плавках. Размер S у меня, кстати, этого купальника. И сейчас причина, по которой можно этот купальник одевать и в бассейн. Это вот такие вот плавочки. Плавочки высокие, прям до самой талии. И за счет того, что вот этот вот валан, он как-то немножко имеет эффект такого закрытого купальника. Я думаю, что прям загорать в нем не очень будет хорошо, потому что большая часть тела закрыта. А вот именно для бассейнов, для какого-то отдыха купальник этот очень хорошо подойдет. Мне он очень понравился. Так, девчонки, я его вам рекомендую. Вот такой вот магазин отсвечивает. Но отличное качество, кстати, вот внутренняя часть продублирована. То есть у кого есть животик, будет хорошо держать, подтягивать будет немножко. В общем, сами плавочки вот эти вот классные. Сами плавочки вот эти вот классные, тоже купальник вот этот вот я вам рекомендую, выполнен отлично. Кстати, вот чашечки можно вытаскивать, если кому-то они не нужны, а так купальник отличный, я носить его буду, рекомендую. Так, следующие вещицы, которые пришли мне, это бижутерия, плавно переходим к бижутерии. И в этот раз мне пришли серьги, я в распаковке их показывала, покажу и на себе их, и покажу я вам их поближе. Последнее время меня почему-то интересуют именно украшения какого-то необычного дизайна, и эти вот серьги относятся именно к той категории. Необычность их состоит в том, что они сами выполнены гвоздики. Конечно же, это просто искусственный жемчуг, никакой не там драгоценный металл, не серебро, это обычная бижутерия. Но вся фишка в том, что вот этот крючочек, он закрепляется еще и поверх ушка, вот сюда. То есть вот в таком положении эти серьги находятся. А так выполнены очень аккуратно за счет того, что имеют они оригинальный такой элемент в носке. Мне они очень понравились. Опять асимметрия. Одна сережка выполнена вот так, и вторая сережка выполнена просто обычным гвоздиком. Обычная вот такая вот бусина. Серьги выполнены хорошо, к качеству никаких претензий нет. В общем, они мне тоже очень понравились, я их уже с удовольствием ношу и рекомендую вам. Следующий тоже из бижутерии такой товар мне пришел, хочу показать вам. Это вот такой вот крестик. В примерке покажу, кстати, вот этот крестик я одела с черным платьем. Это просто такой замечательный дуэт получился, именно вот этот вот эффектный крест, и именно на черном фоне очень хорошо выглядит. Сама цепочка шариками вот так выполнена, и вот такой крестик. Кстати, на самом сайте AliExpress вот этот крест был выполнен в нескольких вариантах, то есть вот сам синий, вот этот вот внутренняя часть креста была и в желтом цвете, была в металлическом цвете, была в черном цвете, кстати, на любителя. Я выбрала вот именно синего цвета. И мне это очень понравилось. Тоже вот это вот украшение рекомендую. С обратной стороны он тоже аккуратненько вот так вот выполнен. Ну, тоже такая классная штучка, стильная. Буду носить с удовольствием. Так, и теперь покажу две вещицы, которые мне не понравились. И откровенно я бы не хотела вам их советовать. А именно, первое я вам покажу. Платье, блузу, тунику. В общем-то, саму картинку тоже я вставлю, как она выглядит в реальности. И расскажу, чем она мне не понравилась. Во-первых, это ткань синтетика, прям вот гольная синтетика. Она скользкая. По-моему, она была в одном размере. Размер мне не подошел. И вот эти вот навороты в плане кроя я не люблю. Тут получается с одной стороны, давайте вот так встану, получается с одной стороны ворот вот так скроен, с другой стороны это все с напуском. Но в принципе, скажу, девчонки, вещь эффектная. Может быть, это просто не на мой вкус вещица, а на самом деле она эффектно выглядит за счет того, что низ у нее вот такой асимметричной формы.
она сама на резинке, и вот эти вот штуки, они, вернее, вот эта вот часть по талии, она расстегивается. Сейчас покажу. Ну, еще раз скажу, девчонки, это на любителя. Возможно, кому-то вот именно такая эффектная вещь необходима в гардеробе, но я только имею в виду себя, мне она не очень понравилась вот за счет качества ткани, вот это вот как-то. Я вспоминаю, знаете, вот 80-е годы, у меня в 80-м году что-то вот подобное было, именно вот этот наворот с горловиной, вот это вот все, асимметрия вот это вот. Такая явная. И это вот все на кнопках. Вообще, конечно, выполнено аккуратно, девчонки, так что, может быть, кому-то действительно вот эта вот вещь просто и необходима в гардеробе, я не знаю. Но на мой вкус она не очень. А цвет яркий. Возможно, это для какого-то такого супер торжественного мероприятия, вечеринки какой-то она, возможно, и подойдет. Но, в общем, вот так вот. И следующая вещь, которая уж, ну, мне совсем не понравилась, и объясню почему, думаю, что вы меня поймете. Это вот такое платье, платье в стиле, с претензией, вернее, вот на это платье, которое тоже я заказывала с китайского сайта. Это платье выполнено вот так. Вот, честно скажу, по качеству материала, по самому шитью никаких претензий нет. Единственное, мне вот этот вот фасон не особо понравился, вот это вот что... Что это, я так и не поняла. И вот этот вот такой прям, даже не органза это, ну да, такая плотная органза, в общем-то, рукав. Тоже мне вот это вот не понять. Я, конечно, я все-таки девушка с таким привередливым вкусом, поэтому вот это платье мне не очень понравилось. Но, возможно, кому-то оно, именно вот этот фасон и приглянется. По качеству никаких претензий нет. Сам... Материал очень хорошего качества, вот из такой ткани у меня есть уже спортивные костюмы, один в один вот эта вот ткань. Ткань хорошего качества, размер, по-моему, был один, типа Италия тут написано, но, в общем, вот так вот. Само оно длинное, ну, не знаю, возможно, дома ходить я в нем буду, когда прохладно по утрам, может быть. Это вот для окошек очень интересно. Это вот интересная вот штука. Так, ну вот, все, что мне пришло в этот раз, мои дорогие, я вам показала. Все ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала, оставлю в инфобоксе. Смотрите, кстати, вот на Алиэкспрессе большое количество товаров, которые я просто пропускаю мимо. Возможно, кому-то они будут интересны. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.